Всем доброго здоровья и приятного аппетита, кто сейчас кушает, с вами Юлия и Мишка. Всем! Давай. Ой, сейчас. Я просто... Всем привет, всем привет. Всем доброго здоровья и приятного аппетита, кто сейчас кушает, с вами Юлия и Мишка. Ну так чё ты? Застрял? Я смогла сказать. Раз, два, три. Всем доброго здоровья и приятного аппетита, кто сейчас кушает, с вами Юлия и Мишка. Всем привет! Ребята, мы вернулись в игрушку Hell Warders, будем сражаться, Юля прям с женским голосом рыцарю, по-моему, уже десятый раз это здесь пытаемся записать. Собственно, вам игрушка понравилась, мы решили сразу же показать всех персонажей. Юля играла в прошлый раз этим стрелком, но я его брать, естественно, не буду, потому что сейчас мы возьмем другую сложность. Здесь еще есть вот такой старикан, женщина, я даже не знаю, что это. Да, у меня почему-то женского еще персонажа, бородатая женщина, короче. Собственно, у него бомба, он может ставить вот так бочки, они могут взрываться, также он еще может... А, он воздухом... Он их перекатывает как бы, да. Вот так и, может. То есть, но, народ так как будет жесть, мы решили взять одинаковых персов, да. Вот таких танков, которые атакуют. Атака. Да, макак такая. У него хороший. В общем, собственно, пойдем сражаться, мы возьмем нормал в этот раз и вот эту карту. Так что... Вызов все готовы? Принят, да. Готовы. Два рыцаря идут сражаться. Ну что, мы появились в новой карте. Посмотрите, как она выглядит. Она более темная, более мрачная. Да, уж. Не знаю, что точно. Нам стоит сдать. Сдать. Наша задница нам. Вот. Короче, я ставлю уже всех. Ждем атакующих. Будем принимающие. Русский человек. Да, да, ворвался, короче, в эту японскую, я не знаю, или китайскую игру. Так, собственно, давай надо расставить обязательно. Я, Юль, займусь народ. Вот здесь в углу, ты займись другой картой, хорошо, другой частью. А поэтому... я не знаю, где ты, я ну, тебя Юль, потеряла. Ты чекни на карте, я хожу, я не знаю, какого-то цвета там. Желтого цвета. Я желтая? Да, нет, я у тебя желтый. Господи, короче, что за придурки здесь собрались? Собственно, здесь по каналу постоянно плавают какие-то еще дополнительные ауры. Действительно, вы правильно заметили, что есть уникальные ауры, а есть фигня. Вот белые, это самые элементарные. Вот, вот этот дракон, он уже такая золотая аура, она более мощная. Видал, какого я мужика поставил? Он, короче, такой с огромной пушкой. А, так у нас в прошлый раз был он. А, пузатый рыцарь где? Юль, ты все нормально защитила? Нет, погоди. Давай, работаем быстрее, что такое? Чего, застрял я. Я аур-то особо-то не вижу, одни лучники. Сейчас я все. Ищу, тут по канавкам. Ай, блин, ну как так пробил, ты что, издеваешься что ли? Короче, хардкор мода включается через 5 секунд. О, дракон, блин, Юля уже здесь подоспела. Сейчас, куда его ставить, куда ставить? Ставь свою зону, защищай. Короче, я заколебался, все. Ну, спасибо. Я думаю, что все уже ждут драйва, все уже. Я пошел воевать. У меня, в принципе, здесь есть... Да, у меня уже пошла армия адских псов, я не знаю, как с ними будут сражаться, но надеюсь, ставлю. Все будет в порядке. Вон уже пыль, я вижу. Ого, слушай, они не слабые, в принципе, такие ребята, так что нужно будет как следует работать. Так, я не знаю, тебе надо на помощь-то идти? Ты стой у себя, у тебя сейчас тоже же попру, так, слушай, да, я слушай, вон даже видно, вон, немного все. Отступаю, на самом деле. Прутся, о, магия у нас срабатывает, все замечательно, я надеюсь, быстро мы справимся с этой волной. Надеюсь, вон у меня надеюсь. Уже жирный прет этот. Пассажир. Ой, не, блин, я дождусь, цы, пока лучники начнут цы. Атаковать. Слушай, что-то они прям мощные какие-то. Если что, зови на помощь, Юль, окей. Я сразу же прибегу. Они прям меня сдвигают, ё-моё. Давай, сражайся, я пока лучников ставлю. У меня пока все в порядке, у меня все под контролем. Ох, все. Ну и жесть. А, что ты хочешь жесть. Сделать? Страшный урод. Нифига себе! С первого раза! Ты тебя что, убили? Дурак, что ли? Нифига! Он снес моих мужиков с первого раза. Ё-моё, ну ради жесть. Чего эта вся битва? Блин, если только стрёмный трындец. Нюанс, это то, что вот они, как только близко подходишь к врагам, они пропадают. Ё-моё, да, здесь есть такая штука. Слушай, Юль, мне капс, да, они просто хреначат незнамо как. Наших мочат лучников, просто разносят всех в кашу, отошли, уроды страшные. Блин, ё-моё, не, это жесть. Я как будто справилась с собой. В этот раз к волнам придется готовиться гораздо серьезнее, чем в прошлый раз, потому что это сейчас точно. Просто выносит и на раз, два, три, на раз, два, три, ё-моё. Ой. Элитный какой-то еще псин сейчас выйдет, а элитный, мне кажется, он просто их вытолкнул. Вот, они просто меня убили. Юлю замочили, все в порядке? Нет. Потому что если хотя бы одну зону завалят, к тебе идти? Нет. Не идти пока, все в порядке? Ой, блин, прорвались псы. Юля, давай, держись. Блин, трындец, сколько у него жизни у этого жирного, а?
Ё-моё! Где они прутся? Так, срочно ставлю еще магическую фигню. Юля, у тебя каури? Ну, в принципе, у тебя вроде все держится. Сейчас, я вот здесь ставлю. Я ставлю еще лучников. Блин, этот козел стреляющий еще. Сейчас я тебя захлестну, тебе похари, давай. Ох, ну и полно, жесть, так, все, конечно. Я завалил своей стороны, я сейчас к тебе приду. Немного здесь подготовлю еще пару лучников пока что. Сурово, ничего не скажешь. Тут они все, блин, расфигарили у меня. Так, это капец сюда какой-то. А, промахнулся, ставься быстрее. Акела промахнулся. Юля, все, я иду к тебе, на самом деле. Сейчас я захвачу только ауру защищающую. Да блин, пес меня достал. Ну ты почти уже. Я не могу поставить просто защитку против них. Где они? Они прут уже к ауре, Юля. Так вот. Блин, здесь на самом деле забраться-то не так и просто. Блин, уберите от меня эту штуку. Так, я иду. Это что за здесь... адский какой-то так, слушай, огненный я ставлю... пёс? Это что за басарь, блин, такой, супер-пупер? Все, ставлю еще одну. Юль, блин, они ударяют и разворачивают просто их напросто, ё-моё. Все, одного вывалили одного. Ну и жесть. Так, не забывай правой кнопкой пользоваться щитом. Вот а что, наши развернули я спиной и все. Я какую-то чику поставила. Как следует ударил. Блин, слушай, одну волну. Да не забываем эти хилки. Да не забываем. Слушай, почти завалили. Слушай, что-то он какой-то мощный. Есть, вообще. Есть, толстый. Ай, а это супер элитный, это босс, слушай. Так вот я тебе говорю, он меня убил. Блин, не так не пробиться, я пошел за хилками. Что ты вообще, слушай, мы, видать, переоценили свои возможности. Проблема в том, что наших чуваков просто-напросто сбивают и все. Вообще, то есть они не дают. Они разворачиваются, они спиной просто развернулись и все. Блин, я промахнулся. Ладно, давай, сильными атаками фигачим его, а. Рубим, блин. Сейчас меня завалит. Со всех сторон его. Все, я еще одну поставил здесь за крышку. Чуть-чуть осталось, чуть-чуть, Юля. Yes! Мне не верится. Первая волна, это только первая волна. Так, что у меня там, защита? Где они попрут? Смотреть нужно, откуда они валят. Где? Ой. Вон ворота, показывается. Еще ворота, вон. Короче, я все с левой стороны. Я пошел к маленьким, буду там защищать. А я тоже тут. Типа... Ты иди сверху там, где, короче, да. Там, где, короче, басарь выберется, как я понял. То есть будет нечто невероятное. Нужно подготовиться гораздо серьезнее. Ну блин, и жесть. Уплыл. Слушай, одна минута всего дана нам, на самом деле. Надо быстрее, надо быстрее тогда разбираться. Вот сейчас реально уже за аурами бегаешь, как этот прям сумасшедший. Раньше там типа, ну ладно, ничего страшного не произойдет. Ага, сейчас как хренак. А теперь хренак. Я просто очкую, что я сейчас не успею, блин, ничего у меня поставить. Сейчас уплывет. Слушай, а куда у меня 44 секунды, блин, я не успею этого чувака. Ты его схватишь. Хочу, нифига, у меня уже была забита эта штука. А, блин, вон я толстяка схватила, быстрее так, где-нибудь еще одного его поставить, пожалуйста. Сейчас, может, еще, как сказать, крутой где-нибудь появится, вон птица еще есть. Уже, знаете, я готов ставить, каждая аура. Только просто не нажимай, на вес золота. Не нажимай кнопку. Пока не жму, сейчас я птиц здесь еще поставлю, чтобы они прям дико мешались. Все, но у меня защита более-менее хоть какая-то есть. О, драконий, я собрал еще вовремя дракония. Теперь вся. У меня защита просто замечательная. Я успела поставить напоследок мужика с пушкой. Ну, конечно, всё. Не знаю, как я тут. Юль, 6 секунд. Я еще на всякий случай поищу где-нибудь ауру. Надо было на самом деле брать одного стреляющего. Да фиг знает, там стреляющего атака твоего 200. Да блин, ну зато хоть издалека. Ладно, можно. Все, готовимся к битве. Эх, ё-моё. Может, надо было вдвоем разбираться. Юля, а как вдвоем-то разбираться? Смотри, сколько здесь народу. Я имею в виду, может, мне к тебе надо было идти, а потом туда идти. Да нет, они к ауре дойдут, и нам капс, да. Нет, надо сражаться уже здесь по полной. Я здесь защитился, я просто быстренько разберусь своей волной и к тебе приду, так что не переживай, все будет хорошо. У меня пока никто не идет, у меня спокойно. Хорошо, а вот у меня уже поперли, кстати. Может быть, как раз сначала действительно нужно у кого-то разобраться, если пошли. Вот я тебе говорю про это. Но если у тебя... Ой, блин, все уже, поздно. Пошли, да? Да. Ну, все. Это что такое? А, это моя баба, блин, тут фиг колдует. Этого жирного завалишь. Есть, завалил все-таки. Мужики, так, еще птицы, я еще готов. Слушай, у тебя все закончились, да, персонажи? Идут они здесь. Все, но у меня пока никого нету, я иду к тебе, Юлия. Я сейчас... Давай. Фига, у тебя здесь что-то адская какая-то жесть творится. Так, я птиц это здесь построю. Это у меня баба, по-моему, что-то делает. Че, уроды, сейчас я вас всех быстро занесу. Ну и жесть. Блин, они вот, что за фигня, почему эти начали разворачиваться? Надо вот эту ставить, чику, сейчас я ее возьму и поставлю. Давай, ставь. Так, потому вот что все на вес золота. Я пытаюсь размуживать этого мужика. Слушай, у меня опять все, поперли. Поставил еще я одну. Скоро свалю, я, конечно, тут тебе посражаюсь, побью давай, как следует. Давай. Все, я этого завалил, по-моему. Отлично. Слушай, вот магичка, да, реально решает.
Так. Я тебе говорю, она прям мощная, мощная. Я срочно выпиливаю свою сторону. Ох ты, нифига себе, что здесь творится. Бери обязательно что-нибудь, ставь скорее. Ставлю, ставлю. Я сейчас еще атаку произведу нехилую такую. Я пошла, хилки, блин, хилки, захвачу, хилки. Может, этих лучников успею. Слушай, поставить. Ну у меня, в принципе, все здесь как бы это нормально, нормально да. Ой, происходит. Блин, вон у меня поперли, поперли все. Псы. Но позорные. Вот этих жирных почему-то фиг завалишь теперь. Они чересчур какие-то мощные пошли. Я их еле-еле выпиливаю. Все, да мою блин, сейчас... не могу допрыгнуть. Защиту пробьют у меня, и мне капец. Но я пытаюсь максимально. Блин, слушайте, ну на нормале игра здесь уже вообще, вообще другая история. Чувствую, на большее количество людей здесь рассчитана эта тема. Но скорее мы постараемся. Всего. Блин, мне все просто Мишка, все заряжает. Мне помощь нужна. Прям конкретная, да? Да. Все, я прям конкретная. Иду, иду. Я здесь... Ох, у меня тут вообще прорвались. Прорвались, прорвались. Прорвать хорошо, их тут дофига просто. Я бегу, просто бегу, бегу. Дофига. Ого, нифига себе. Отошли от нее. У тебя басар здесь какой-то еще. Юля, они каури пришли. Ай, блин, я тут про. Ай, я сдохла. Эх ты, вот еще что не хватало. Блин, трындец. Мишка, сорян. Я сейчас косарян. Попытаюсь взять отошли. Вот эту бабу, потому отошли. Что она, конечно, мощный хвалит. Трындец, все, кабзда где, просто. Где, кабзда где? Полная. Вообще, все, это улет. Нам сейчас реально придет капец. На этой... Ого, этого мужика вынесли просто в кашу. Мишка, ты где? Я стою прямо у ауры, Юль. Все, я сдох. Да? Ауру, у ауры, да, проблема у ауры. Если блин, что я есть... бегу, бегу. У меня просто 3 секунды, я появлюсь. Фу, это реально просто какая-то жестянка творится. Я пытаюсь прибежать, но у меня никого совершенно нету. Все. Быстрее. Они бьют ее, они ее бьют, атакуют. Буквально чуть-чуть осталось, и нам капец. Нам реально я будет жму жесть. Что-нибудь, да всё. Блин, ничего еще не ставится. Сильная нет. Атака, почему не бьется сильная атака? Блин, не давай, не давай, не давай. Они прям прошли, прошли, блин, они еще жизнь. Я сдохла. Юля, все, нам капсда, на самом деле. Нет, ты сейчас тоже сдохнешь, Мишка, у тебя все, вообще хипов нет. Упал. Ну это какая-то вот это жесть, да. Вот это чуваки... какая-то жесть, конечно. Рулят и выруливают они на самом деле. Нет, здесь мне кажется, тут ну, реально троих. Может быть карта еще как бы типа последняя, самая внизу находится. Может быть, может она, конечно, сложная. Я попытаюсь, я все, все, они просто нас привалили. Вот как у меня прорвались, так и все, конечно. Ну, собственно, что, мы сражались как могли, реально, видать, может, сложность для больших количества игроков рассчитана. А прикинь, самый сложный. Я даже не хочу подумать это, об это этом. Жесть. Ладно, ребят, если вы хотите, мы еще вернемся и уже попробуем, может, послабже в другой карте и других персов все-таки прямо посмотреть, как они на практике работают. А на этом все, всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.